там с нескольких метров удар наносил. А вот Муриэль отдает ему пас Акакачука, и роскошный удар. Безусловно, лучший мяч, забитый в этом туре. Мы, правда, еще не считаем то чудо-юдо, которое увидим в матче Рима и Турина в понедельник. Вот такой удар Муриэля, который вот разве что в генуэзском дерби не